Федеральная выплата, утвержденная Министерством просвещения России в этом году в размере 5000 рублей, выделяется в дополнение к региональной доплате за классное руководство, которое составляет 3000. Таким образом, общий размер выплат за руководство одним классом в Кузбассе составляет 8000 рублей. Сохраняются и все региональные стимулирующие выплаты для работников образования. Это ежемесячная спецвыплата педагогическим работникам, которые являются наставниками молодых специалистов, а также выплата в размере 8000 рублей молодым специалистам, педагогическим и медицинским работникам образовательных учреждений. Федеральные выплаты классным руководителям – не единственная новая мера социальной поддержки, действующая в образовательных организациях. Так, с 1 сентября 2020 года все ученики 1-4 классов получают бесплатное горячее питание. Это около 138 тысяч детей. До конца 2020 года на питание школьников из федерального и областного бюджетов будет направлено порядка 629 миллионов рублей. В 2021 году – 1,5 миллиарда.